настоящее время в мире происходят случаи нападений и стрельбы в различных учреждениях. Это потенциально опасная ситуация, к которой вы должны быть готовы в любой момент времени. Жертвой стрелка может стать кто угодно. Как правило, ситуация развивается быстро и непредсказуемо, и от ваших действий будет зависеть ваша жизнь. Если вы услышали выстрелы, оцените обстановку. Первое, что вы можете сделать – эвакуироваться. Есть возможность – эвакуируйтесь. Изучите заранее планы эвакуации. Они есть на каждом этаже и в каждом помещении. Оставьте вещи и не переживайте за их сохранность. По возможности призывайте окружающих бежать с вами и укажите им путь. Как только окажетесь в безопасном месте, оповестите своих коллег через мессенджеры, группы и чаты. Заранее продумайте единый для всех способ оповещения в подобных ситуациях. Звоните 112, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям оператора. Бегите по эвакуационным путям, они обозначены соответствующими знаками. Не поддавайтесь панике, не прыгайте из окон. Почти все такие прыжки заканчиваются трагически. Если нет возможности убежать, прячьтесь. Действуйте быстро и тихо. Не поддавайтесь панике и постарайтесь успокоить окружающих. Заблокируйте вход подручными средствами. Используйте столы, стулья, технику. Выключите свет. Переведите телефон в бесшумный режим, без виброзвонка. Не прячьтесь перед дверью и рядом с окнами. Займите место дальше от входа, за несущей стеной, вне зоны обстрела. Закройте голову руками. Ведите себя максимально тихо. В случае крайней необходимости, если нет возможности убежать или спрятаться, а угроза рядом, будьте готовы защищать свою жизнь. Действуйте решительно. Используйте подручные средства, как импровизированное оружие. Объединитесь с коллегами и вместе нанесите максимально концентрированные удары. Помните, закон на вашей стороне. Это вынужденная оборона. В любой ситуации контролируйте дыхание и сохраняйте спокойствие. Помощь уже рядом. Научитесь оказывать первую помощь. Вероятно, это спасет вашу жизнь или здоровье. Во время штурма не берите в руки оружие, если оно случайно оказалось рядом. Вас могут принять за сообщника нападавшего. Не бегите навстречу сотрудникам спецподразделений. Четко следуйте их инструкциям. Оружие на пол, на голову!
Будьте бдительны и осторожны. Не теряйте самообладание в опасной ситуации. Помните, от ваших действий зависит ваша жизнь.